Если ты белый пояс и выше, для тебя еще одна опция. Оверхук, забираем руку, ложимся на бок, поднимаем, вкручиваемся, толкаем. Вес перенес на эту ногу, а эту ногу зашагиваем назад. Моя грудь разворачивается сюда. Нога контролирует эту ногу. Я лежу на его тазу. Могу даже лечь на его руку, чтобы ее заблокировать. У меня здесь хороший контроль, он не может свободно двигаться. Рукой делаю вот такое движение сюда. Свое плечо увожу под его таз и делаю кувырок. О. Здесь вот эта нога переходит крючком на эту ногу. Стопа себе в пятку. Я толкаю и разворачиваю своего соперника. Беру ремень безопасности. Ногу оставляю прямой, чтобы его контролировать. Закидываю верхнюю ногу.